смотрите, я вдохновение абсолютно исключаю, да? Тогда, значит, не... Вдохновение... Понимаете, вот если я вижу какую-то... Ну, это вдохновением вряд ли можно назвать, да? Если я вижу какую-то задачу, если я вижу какой-то конфликт. Вот положим, давайте разберем песню «Экспонат», да? Вот как она возникла. Я заметил, что большинство молодежи говорит не «в ботинках», а «на». На «Адидасе», на «Лабутенах», на... Ну, «на». Мне показалось, что это забавно. Это интересная такая мутация языка, которая не может быть мной не замечена. Я ее заметил. Положили, да, в голову. Далее идем. Получается, с женой мы часто обсуждаем, что происходит. И «Секс in the City», да, «Секс в большом городе», она большая поклонница этого сериала, и она мне буквально его пересказывает. Потому что пересказанный сериал — это совершенно другое, да, еще тем более женщиной. Да. И там оттуда у меня возник... Показывает еще. Показывает. Ну, так мы живем вместе. И оттуда возникают вот эти лабутены, да, откуда? Я же не сам их нашел, понимаете? Не Александр Глебович мне сказал, обрати внимание, новые лабутены. Да? У меня возникают лабутены. На лабутенах, да, у меня возникает. Далее там понятно, что нах, откуда это нах, да, я сразу вижу эту частицу замечательную, да. И далее я приращиваю уже в охуительных штанах, да, возникает аллитерация. На лабутенах, нах и в охуительных штанах, да. Меня все устраивает. Далее я начинаю думать, это все прекрасно, это у нас припев. Припев у нас есть. Далее, что происходит с этой героиней? Откуда она, почему она на лабутенах, нах и в охуительных штанах? Что это за такой за замечательный повод? Почему она так оделась, да? Я придумываю, сидя на даче у камина, кстати, да, вот давно меня терзает этот Ван Гог, да, там, как герой современности, как медийный образ, да, я понимаю, что это, конечно же, должен быть Ван Гог, да, потому что нет такой тёлочки, которая бы не мечтала бы сделать фотографию в Инстаграме, я, на выставке Ван Гога. Не бывает. Их вывели, да. И вообще любое посещение выставки, понимаете, это социальная практика, да. Это тем самым, приходя на выставку Ван Гога, ты говоришь своей подруге, она же конкурентка, да, ты говоришь, что «а я-то была». И та уже бежит, да. И далее я реконструирую эту всю ситуацию, появляется Серега. Непонятно, в каких отношениях они находятся с главной героиней. Да? Ну вот Серега, да? Пригласил на выставку Ван Гога, они идут, и все, вот, собственно. И понятно же, что там она представляет себя. Ей этот Ван Гог даром не нужен. Если б не эта сраная геолокация, понимаете, только геолокация ведет ее. Хорошо, а тогда написание песни «ВВВ Ленинград». ВВВ Ленинград. Разбираем песню Лабутена, тогда расшифруйте песню. Смотрите, ВВВ Ленинград. ВВВ Ленинград. Это было написано в те времена замечательного интернета, когда интернет был не у всех. А интернет был только у работающих людей. Почему? Потому что это было дорого. Это было дорого. И вот если ты работал, и в интернете собирались, в принципе, интеллигентные люди. Да, это не то, что сейчас. Да, это вот элитарное занятие. У меня есть интернет. Кто-то мне рассказывал историю, как Барри Алибасов в 96-м году позвал всю светскую Москву и говорит: сейчас будем выходить в интернет. И они с изумлением стояли у этого монитора, и там ничего не происходило. Но неважно. Так вот, это было некое элитарное сообщество. Был такой сайт www.leningrad.spb.ru, на котором паслись вот те немногие наши поклонники, ну вообще компания там человек 20. Я вообще это написал как корпоративный гимн, понимаете? Вот такая была у меня задача — написать корпоративный гимн для 20 человек. Я не знаю, почему это слушают все, почему это нравится, что в этих словах, что это за ВВВ Ленинград, это какая-то абракадабра, какая-то бессмыслица, да? Куда он переехал, чего он переехал, почему он не помнит, я не знаю почему, да? Это был корпоративный гимн. Все, спасибо. Были кто-то еще руку там поднимал, вот девушка, да. Здравствуйте, Сергей.
Один маленький вопрос. Несмотря на то, что души нет, там деньги — это зло и так далее, вопрос... Подождите, ну, я говорю, я сомневаюсь. Ну, вы сомневаетесь, И вы сомневаетесь но тоже. Что нужно сохранить в 21 веке, живя сейчас? Вот что для вас является бесценным вот в человеке? Быстрое ориентирование на местности. Круто! Компас есть? Ты заходишь, понимаете, вот очень важный навык. Ты заходишь в бар, да? Вот заходишь в бар и сразу даешь оценку, да? Дадут пи***, не дадут пи***. Эта девчонка пойдет с тобой, это нет. Это важный навык, все остальное нет.